ես երազում եմ, որ վերջապես հանդիպեմ իմ սիրած ֆուտբոլիստին։ Ո՞վ է դա։ Քրիստիանո Ռոնալդոն։ Այո։ Հույսեր կան։ Դե անհնարին բան չկա էլի։ Երազում եմ, որ երիտասարդության կյանքը բարելավի այնքան, որ նրանք ստիպած չեն Հայաստանից մեկնել։ Բարեկամներ, մտերիմներ, հարազատներ ունեմ, իրանց հիվանդությունները բժշկվեն ու ապրեն առողջ։ Хотел бы просто, чтобы все то положительное, что случилось в этом году, чтобы как минимум оно было бы в следующем году. Хотел бы, чтобы в Азербайджане провелось самый такой концерт про рэп. Все там собрались, и я там участвовал. Новый сезон «Игры престолов». А еще выпустить альбом. Первый альбом в своей жизни, полноценный. Я надеюсь поступить в военно-медицинскую академию, так как в этом году не получилось. Мира, здоровья нашей многострадальной нации, нашему городу, добра и в каждом доме гармонии. Для меня лично. Моей семье, если бы мой сын женился, для меня было бы большой радостью.